Приветствую здесь. И также хотелось бы всех сказать. И также хотелось бы сказать всем большое спасибо за... Вкусно. Я прошлое видео ставил сердечки. И, ну, мы переносимся уже к более, к чему-то такому, про что будет этот канал. Ну, а я вчера побывала на гонках, которые проходили у нас на автодроме Мечкова. Это были соревнования в области дрифта, соответственно, только уже зимнего. Что пищишь? Почему ты бись в воде, а? Ай! Ну, Лики, кто вам об этом всем рассказывает? Вот таким образом мы простроим с вами эти видео. Наташа, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас видео... Всем большой привет! Меня зовут Наташа, и добро пожаловать на мой канал. С вами была Наташа Гром. Всем пока! Пожалуйста, что оно такое огромное, потому что, ну, я решила не растягивать на самом деле, и хотелось на... И хотелось как можно быстрее завершить эту тему с Ветфестом, потому что... Что бы еще хотелось показать на канале, это... Я надеюсь, это видео было максимально... Про второй день я обязательно расскажу вам, покажу. И я думаю, что максимально интересно. Я очень надеюсь, что видео это вам было интересным и хоть капельку информационным. С вами была Наташа Гром. Пока. Если вы большим, вам будет неинтересно смотреть. Всем привет, меня зовут Наташа. Длинным, но вырезать какие-то куски из видео мне бы, ну, не хотелось на самом деле, поэтому я надеюсь, что такое последнее. Короче, смотрите, не буду вас грузить. Скоро еще увидимся. И в связи с этим на самом деле. Конь! Вот Наташа Гром, и это третий. Просто бред сивой кобылы. И это была Наташа Гром, бери свой пост. И это была Наташа Гром, и ожидайте следующих видео. Ожидайте следующих видео, в которых я уже расскажу о... Вообще, я думала, что это будет обычный влог. Особо к этому видео добавлять мне что-то больше не хочется, потому что вы сейчас все увидите своими глазами. Оставайтесь со мной, меня зовут Наташа Гром, пока. Ну, убери ты жопу свою отсюда, из кадра, ты убери жопу, Кузьма. Делал на парковке около ТЦ. Все это происходило на парковке в ТЦ... Блин, забыла, как называется ТЦ. Ну, это был Наташа Гром, я очень рада. Иди сюда. Кузя, иди сюда. Ну, что ты мешаешь там, ну? По-моему, это прикольно, чудно такая штучка висит. Кузьма, Кузьма. Вот. Ну, ты мешаешься в кадре. Зима. Миловидных. Сейчас, подождите, у меня комар меня укусил, нога чешется. Сейчас. Это была Наташа Гром, я очень рада, что вы остались со мной. Подписывайтесь. Я даже знаю, как смонтировать. Я даже знаю, какие ролики. Блин, да комар, ну...
ужасно. Вот я как... Ну, мне понравился этот... Мне понравился этот разговорный жанр.